Здравствуйте, дорогие болельщики, канал 6 полевой в прямом эфире представляет вашему вниманию матч между командами Торнадо, город Шымкент, и Ташкент Селект, город Ташкент. Матч проходит в рамках 4-го тура Кубка Федерации хоккея Казахстана среди юношей 2008 года рождения, группа А. Давайте пройдемся по составам играющих сегодня команд. Состав команды Ташкент Селект. Вратарская линия Александра, номер 65, Игнатий Коротков, номер 75. Полевые игроки 2-й Тимур Камалов, 8-й Салахиддин Азимов, 13-й Дюрбек Хусамбоев, 17-й Илья Попов, 19-й Камранбек Жураев, 29-й Дюрбек Нуридинов, 45-й Абдукаим Абдувасиков, 55-й Богдан Халевин, 58-й Маружон Тажибоев, 69-й Амир Ниязов, 72-й Шахриер Муминов, 77-й Мухаммад Али Бахадиров, 79-й Александр Нечаев, 90-й Мухаммад Амин Шахабедин, 92-й Владислав Ермолов, 97-й капитан команды Мухаммад Юр Ганиев и 98-й Бехрус Бахадиров. Главный тренер команды Дмитрий Геннадьевич Макаров, помогает ему Абдурашид Абдувасидович Мусалиев. Состав команды Торнадо. Вратарская линия Эльжан Палат, номер 1, Кирилл Денисов, номер 33. Полевые игроки 5, Гарди Артюшин, 7, Аслан Магомбет, 8, Замат Дархан, 10, Долат Довлеталиев. 11-й Богдан Орел, 13-й капитан команды Святослав Харченко, 14-й Владислав Кружков, 15-й Иван Ивановский, 17-й Владимир Мачула, 21-й Вилор Алексенцев, 25-й Жахангир Мирзахметов, 57-й Владислав Масальский, 66-й Алибек Сержан, 71-й Субханбердир Рахматулаев, 80-й Алексей Маликов, 87-й Айдар Тактасынов, 88-й Максим Ергешев и 97-й Елжан Марталиулын. Главный тренер команды Сергей Григорьевич Кружков. Ну что же, друзья, пробежались по составам, и давайте также пройдемся по индивидуальной статистике. Начнем с команды Ташкент Селект. Лидером в составе ташкентцев является Илья Попов. 25 очков на счету Ильи, 17 заброшенных шайб, 8 голевых передач. Вслед за ним расположились сразу два игрока, набравшие по 18 очков. Это у нас Абдукаим Абдувасиков и Салахиддин Азимов. У них даже абсолютно идентичная статистика, да. Помимо очков, еще и шайбы с ассистами совпадают, 12 плюс 6 у обоих. Ну и замыкает, получается, уже четверку лидеров, да, Богдан Халевин, у него 16 очков, 10 заброшенных шайб, 6 голевых передач. У команды Торнадо лидером является Максим Ергешев, 53 очка в активе у 88-го номера, 21 шайба, 32 голевые передачи. Далее идет Святослав Харченко с 36 очками, 27 шайб, 9 голевых передач, ну и замыкает тройку Субханбердир Ахмадулаев, 33 очка на его счету, 13 шайб, 20 голевых передач. Ну что же. Пробежались по статистике индивидуальной. Также стоит отметить, что Максим Ергешев все еще ведет борьбу, причем борьбу очень активную, за звание лучшего бомбардира по итогам этого года. У него 53 очка. Никита Конрадий из команды Бейбарыс на момент, да, начала сегодняшнего игрового дня имел в своем активе сколько получается? 54 он имел на момент начала этого игрового дня. Сегодня набрал еще 2 очка, 56 у него получилось в общей сложности. Да, Конради, ну, для команды Бейбарыс игры уже, естественно, закончились. Этот матч у нас является, в принципе, последним в этом сезоне. Ну, и Ергешеву сегодня, получается, нужно набрать сколько? Что-то я тут запутался во всей этой математике. В общем-то, Ергешеву нужно набрать 3 очка, чтобы сравняться с Канадием. В идеале 4, чтобы его обогнать и гарантировать себе, так сказать, первую строчку по итогам этого сезона в бомбардирской гонке. Потому что если, да, мы смотрим на шайбы и голевые передачи, допустим, да, равное количество очков у ребят, 56, то у Никиты Конрадия в любом случае будет больше заброшенных шайб, чем у Максима Ергешева. Поэтому Максиму нужно 4 очка сегодня, и тогда он займет первое место в бомбардирской гонке по итогам этого сезона. Ну что же, все еще есть у нас время, я так понимаю, да, там дают командам достаточное время на разминку, поэтому давайте вспомним результаты матча между командами на прошедших турах. Все три встречи закончились победой команды Торнадо. Самая упорная борьба была, пожалуй, на третьем туре, 5-3 тогда был счет в пользу шимкенцев, но на первом и на втором туре без особых проблем переиграли шимкенцы своих оппонентов со счетом 4-1 и 5-0 соответственно. В турнирной таблице ситуация у нас уже вся известна, да, кто какое место занял, давайте мы, собственно, это и обсудим. Просто, да, перечислю все команды с 1 по 7 место. На первом месте команда Торнадо, второе занимают как раз-таки хоккеисты команды Ташкент Селект. Далее идут Уральские Ястребы, на четвертом месте Кулагер, на пятом Актобе, шестые Бейбарыс и седьмой Горняк. Ну что же, да, сегодня у нас решалось, да, последнее, скажем так, не знаю, противостояние, что ли, в турнирке, да, решали между собой Актобе и Бейбарыс тоже.
расположится на 5-й строчке по итогам этого сезона, и по итогу победа осталась в серии после матчевых буллитов за командой Актобе. Ну, для них вообще была задача чуть проще, чем для команды Виборис. Им достаточно было не проиграть в основное время, но и то актюбинцы были к этому очень близки. Весь матч они проигрывали. 3-1 был счет в какой-то момент времени, даже долгий, я бы сказал, довольно период времени. Счет был 3-1 в матче в пользу команды Виборис, и в итоге за 4 минуты до конца основного времени смогли сравнять счет актюбинцы и в серии буллитов одержать победу. В общем, теперь у нас уже все определено в турнирке. Ну и сегодняшний матч просто так, как вишенка на торте. Я думаю, приятно будет посмотреть за игрой двух лидеров. Всегда это было интересно, всегда это приятно за этим наблюдать, безусловно. Поэтому я, друзья, надеюсь, что сегодня нас ожидает с вами очень интересная, увлекательная и вообще в идеале очень забивная игра, потому что такие игры, ну прям приятно, приятно, конечно, наблюдать. Ну что же, давайте пока возьму я небольшую паузу, и мы с вами вернемся в эфир уже к началу нашего матча. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song.
На лед приглашается стартовый состав команды «Торнадо Шымкент». Ну что же, друзья, возвращаемся в эфир. Но я думаю, вы все сами прекрасно видели. Крайне масштабное, я бы сказал, такое представление было проведено в Шымкенте. Это, конечно, было круто. Мне очень понравилось. Искренне. Ну и объявляется открытым. Открытой, вернее, наша с вами встреча. Мы готовы. Команды практически готовы. Остаются буквально последние приготовления. В воротах игру начинает Александр Ан у команды Ташкент Селект. И Кирилл Денисов, соответственно, у команды Торнадо. В
стартовой пятерки обеих команд мы также прекрасно знаем. Звено Субханбердыр Ахматуллаева у команды Торнадо против звена Владислава Ермолова, вероятнее всего, у команды Ташкент Селект. Но, с другой стороны, у ташкентцев, да, частенько были изменения в пятерках, видели мы их и не раз по ходу этого сезона, поэтому может произойти здесь буквально все, что угодно. Появляются на той стартовой пятерке, а вернее остаются, да, в этой ситуации будет сказать. Славирмолов на точке появился. С ним Славин Назимов, Илья Попов, Мухаммадир Ганиев и Дерби Кусамбоев. Звено Субханбердыр Рахматуллаева. Вместе с ним, да, Ергешев, Харченко, Мачула и Маликов, конечно же, куда же без Алексея. Мачула после выигранного вбрасывания отправляет шайбу по закруглению на ближний. Маликов продлевает снаряд на ближний борт. Харченко зашел в чужую Святослав. Бросает сильно выше ворот. Шайба покидает пределы площадки. Нас с вами ожидает вбрасывание у ворот Александра Ана. Ахматуллаев против Ермолова на точке. Вбрасывание остается за командой Ташкент Селект. Ганиев на дальний отправил. Попов не попадает Илья по шайбе. Ергешев не смог синюю линию по итогу перекрыть. Мачула вынужден отправлять шайбу на Маликова назад. Маликов. Из-за ворот находит передачу Мачулу. Мачула дальше в среднюю продлил. Хороший пас на Рахматуллаева. Субханбердыр вместе с Харченко здесь убегают. Передача на Святослава не проходит. Снаряд у ближнего борта. Жесткий силовой прием там был проведен. Снаряд оказывается под контролем Ильи Попова. Попов. Попов. Скидка на Ермолова. Ермолов развернулся, поднимает на синюю линию. Ганиев. Наброс на ворота. После рикошета шайба за ворота отправилась. Артюшин отправляет шайбу в среднюю. Снаряд оказывается под контролем Гордея. Артюшин смещается за ворота. Пятый номер. Оставление неплохое здесь. Так, Тасынов может ход набрать. Айдар по ближнему покатил. Как много людей сегодня на арене, конечно, в Шимкенте. Прям это слышно. Оттуда Иван Ивановский открывает счет в нашем матче. Великолепная шайба. Шикарное попадание от Ивана Ивановского. Ну и давайте, друзья, посмотрим повтор этого эпизода. Так, Тасынов на скорости влетел в чужую. Ну и отдал Ивановскому, который, собственно, и поразил ворота Александра Ана. Такой бросок не берется. Что не говорите, такое не берется. Гордей Артюшин зарабатывает себе также балл за голевую передачу. Именно он там оставил шайбу Тактасинову за воротами. Ну и давайте, друзья, переходить к просмотру нашей встречи дальше. Мухаммад Амин Шахабедин на точке. Против него Тактасинов. Вбрасывание за Шахабедином осталось. Жураев. Дальнего борта. Снаряд потерян был. Снаряд оказывается под контролем Шахриера Муминова. Муминов. Снаряд теряет. Тактасинов. Ой, не Тактасинов, прошу прощения. Эймагамбет там был. Артюшин отправляет шайбу на Масальского. Масальский дальше в среднюю выводит. Не самая точная передача. Шайба оказывается у дальнего борта. Борьба там за шайбу выиграна была ташкентцами. Шахабедин из-под защитника бросает. Заблокирована была эта попытка. Шайба за воротами была подобрана здесь Аймагамбетом. Вывел шайбу Арслан в среднюю. Тактасынов зашел в чужую. Тактасынов на пятак. Передача не проходит. Тактасынов смещается в угол площадки, поднимает на синюю линию. Отсюда Орел бросает мимо ворот. Ивановский за ворота. Передача неплохая пошла. И Магомбет не справился с приемом этой передачи. Муминов на ближний. Не точно. Оказалась передача на 0-1. Орел на дальний. Пас также не проходит. Шайба у Аймагамбета. Аймагамбет поддался с партнером. Велур Алексенцев ошибается в передаче. Перехват неплохой. Ташкентцев доброскодел пока довести не удается. Шайбу Дерби Кахусамбоева. Тот от красной линии играет через заброс. Звучит свисток арбитра. И это, друзья, проброс, который здесь был зафиксирован. Вбрасывание отправляется к воротам команды Ташкент Селект. Остается за командой
Ташкент Селект отправляется. Шайба на ближний борт. Салахидин Азимов. До шайбы успевает добраться первым. Азимов разогнался. Заходит в чужую по ближнему борту. Салахидин снаряд теряет. Шайба отправлена была в среднюю зону. Снаряд под контролем Ильи Попова. Попов зашел в чужую. Илья хорошо протащил шайбу. До броска дело не доводит 17 номер. Шайба тут взмывает в воздух. Потеряли ее из виду хоккеисты. Ганиев. Бросок от красной линии. Но Мухаммади Юр справляется. Кирилл Денисов. Да, не самый сложный для него бросок, но в целом... да, Денисов все равно так в игру вступил. Немножко подразмялся там. Ой, какой момент. Азимов бросил в ближний. Тут Денисов среагировал как надо. Азимов смещается на дальний борт. Азимов за ворота на Попова. Попов. Попов. И за ворот. Передача на пятак не проходит. Денисов клюшкой отлично сыграл. Шайба под контролем Ермолова. Простите, да, тут Ганиев-то был. Ганиев отправил шайбу за ворота. Дальше перевод уже от Шимкенцев на Ергешева. Максим на скорости катит в атаку. Заходит в чужую. Ергешев. Ергешев тут пока один. Абсолютно один Максим. Понимает он это, кстати говоря. И принимает решение вернуться в среднюю зону, чтобы уже чуть более размеренно, да, уже вместе с партнерами начать новую атаку. Заброс. Зону ташкентцев на подборе Мухаммади Ерганиев. Капитан отправляет шайбу на Попова. Попов. Ошибается Илья. По шайбе не попадает. На ровном месте буквально. Передача пошла на Хусамбоева. Тот продлевает на ближний борт. Заходит в зону Мухаммадали Бахадиров. Вместе с ним Ермолов здесь рядом. Отправляется снаряд на дальний. Цепляется Абдукаим Абдувасиков. Нет, то Халевин там. Халевин. В угол на Бахадирова как раз таки отправил. Бахадиров. За ворота Мухаммадали переводит. Ермолов пытается за шайбу зацепиться. Владислав уже явно переиграл смену. 92 номер. Пора на пересменку, но пока такой возможности просто нету. А вот тут очередная великолепная передача проходит на Святослава Харченко. Уже, можно сказать, в фирменном стиле команды Торнадо. Но в этот раз Святослав, конечно, не смог даже до момента какого-то определенного дела довести. Рахматуллаев поднимает на синюю линию. Обыгрался с Маликовым. Шайба из зоны будет выведена. На подборе первым оказывается Гордей Артюшин. Артюшин на Маликова скинул. Маликов на Мачулу. Мачула под синюю линию. Передачу отправить не сумел. Харченко. Шайбу контролирует у дальнего борта Святослав. Против него действует Абдукаим Абдувасиков. Харченко. Харченко очень неплохо раскатился. Харченко. Момент. Находит для броска в ближний. Реагирует на этот бросок голкипер. Шайба. Здесь окажется. Давайте посмотрим. Под контролем Мухаммадали Бахадирова. Пас под синюю линию от него. Абдувасиков зашел в чужую. С неудобным такой легкий наброс на ворота. Реагирует голкипер. Шайбу отправляет в угол площадки. Гордей Артюшин. Контролирует шайбу в угол площадки. Бахадиров. Передача на пятак не проходит. Шайба оказывается под контролем команды. Торнадо убегает здесь в атаку. Тактасынов. Как же хорошо дорабатывает ногами Айдар. Александр Ран спасает свою команду. Передача пошла на дальний борт. Камранбек Жураев вывел шайбу в среднюю. Снаряд здесь был потерян. Аймагамбет смещается на ближний. Отыгрывает чуть назад. Артюшин. Гордей на дальний. Находит хорошую передачу на Ивана Ивановского. Ивановский зашел в чужую. Камалов его останавливает. Абдувасиков начинает Абдукаим новую атаку. Абдувасиков. Передача хорошая на Жураева. Жураев наброс легкий на ворота. Снова Денисов так парирует спокойно в угол. Шайба. Под чьим контролем здесь? Под контролем Шимкенцев. Точно, но вот под чьим конкретно, да, разглядеть тяжеловато, конечно, у ближнего борта. Уж очень неправда много здесь человек сегодня, да, именно с этой стороны тоже хоккей смотрит. А вот тут момент у ташкентцев. Не дали бросок нанести с пятака Жураеву. Нуридинов. Нудербек смещается. Бросок поворотом от Шахабедина. Нуридинов на подборе первый за воротами. Нуридинов борьбу проигрывает. Ивановский. Шайбу отправляет на ближний борт. Гордей Артюшин первый на подборе. Артюшин отправляет шайбу под синюю линию. Аймагамбет контролирует снаряд у ближнего. Арслан с разворота передачу хотел в угол отправить. Пас не проходит. Шахриер Муминов отыгрывает в центр. Интересная это была задумка, но Нуридинов как-то вместе там с Поповым катились. И ни тот, ни другой к шайбе почему-то движение не сделали. Бегут Бахадиров. Шайбу теряет у дальнего. Ивановский. Мол, назад. Тут перевод пошел на Дархана. Кстати говоря, появляется на льду восьмой номер команды Торнадо. Весь турнир пропустил Азамат по причине болезни, насколько я помню. Ну и в этот раз видим мы Азамата Дархана на льду, да, в решающей игре. Ну как решающей, ладно. Видимо, в последней, давайте скажем. Потому что решает она буквально, ну, ничего. То есть ни на что здесь результат уже не повлияет. Единственное, да, что это решает, кто на конкретно этом четвертом туре
одержит победу. Исключительно так, то есть, да, кто сегодня одержит победу, тот и набирает больше очков. Обе команды прошли турнир без единого поражения. Все игры были выиграны в основное время, что теми, что другими, поэтому матч такой, да, как бы в турнирке, в общем, ни на что не повлияет, а так посмотреть-то, конечно, очень интересно. В любом случае, две очень сильные команды, которые по ходу турнира без особых проблем прошлись по всем своим матчам. Ермолов вбрасывание выигрывает. Наброс на ворота последовал неточный. Шайба оказывается у ближнего. Азимов за ворота переправил. Там Дархану немножко арбитр помешал по ощущениям. Снаряд оказывается под контролем команды Торнадо. Вывести его из зоны не удается. Марат Алиулы. Ермолов смещается в угол площадки. Владислав. Партнеры рядом действуют, да, там уже и, по-моему, Ганиев спустился синий, там же уже и Азимов, все ребята рядом, все ищут варианты какие-либо, как-то открыться под передачу, что ли, но вариантов пока особо нету. Азимов забирает шайбу с Лохидим по свой контроль, сместился на пятак, передача на Попова, как будто бы была лишней, да. Мог с Лохидим бросать сам, почему-то не решился и по итогу момент был упущен. Шайба отправляется под синюю линию. Неточный пас. Шайба переходит под контроль Алексея Маликова. Маликов на Мачулу. Мачула. Маликову хотел вернуть. Пас не проходит. Момент тут же у ташкентцев. Азимову в конек пришла шайба. Неудобно было Слахидину ее принимать. Это отправляется на пятак. Хороший момент для Попова. Илья до броска дело довести не успевает. Покатил в атаку Субханберды Рахматулаев. Рахматулаев. Красиво всех накрутил. Какая филигранная передача. И не забивает Максим Ергешев. Вот это да, вот это спасение от Александра Ана. Шикарно сыграл голкипер, успел здесь переместиться, но здесь я бы еще и Субханбеды Рахматулаева, конечно, отметил. Передача получилась и правда филигранной просто от игрока шимкенцев. Вбрасывание. Осталось за шимкенцами. Наброс на ворота не самый удачный получился. Бурта. Под чьим контролем? Давайте посмотрим. Шайба под контролем Рахматулаева все это время была. Бахадиров пытается ему снаряд забрать все это время. Борьба у ближнего борта продолжается активная. Шайба отправляется на синюю линию. От синий бросок не последовал. Зато здесь Ергешев вот такую передачу находит. Снова Александр Антащи. Да что же творит этот парень? Просто великолепная игра от Александра. Шайба. Халивина. Халивин. Сместился в угол площадки Богдан. Снаряд оказывается в углу площадки. Где-то там. Халивину выкатывается. Бахадиров. Пытается найти варианты для передачи. Но Харченко забирает снаряд и устремляется в атаку. Ниязова прошел. Камалов как же рискует. Как же рискует Тимур Камалов. Вот буквально одно неверное движение, и все, Харченко буквально на рандеву с Александром Романом там отправится. Но Тимур Камалов рисковать не побоялся, и по итогу риска правда. Вбрасывание. Осталось за ташкентцами. Бросок последовал. Не самый удачный. Ивановский. Снаряд подбирает. Иван переводит на ближний. Магомбет. Силовой прием. Не самый удачный, по-моему, получился от Нуридинова. Сам он там в бортик в итоге влетел. Шайба под контролем Магомбета. Ой, какая ошибка от Арслана. Потерял шайбу на ровном месте. И по итогу привел это к броску по воротам Кирилла Денисова, который оказался малость неточным. Нуридинов на пятак. Ой, какой момент! Шахабедин не реализует. Сегодня третье звено ташкентцев прям показывает себя во всей красе. Шикарно работают в прессинге, создают кучу моментов, да. Как-то, ну, при этом придавливают команду Торнадо, заставляют тех нервничать. То есть, ну, это похвально, безусловно, очень похвально. Марат Алиулы предъявляет там арбитру, показывает, ну, мол, вон, он же мне клюшку выбил. Но арбитр не преклонен. Шайба отправляется под синюю линию. Тут Тактасынов зашел в чужую. Тактасынов. Тактасынов. Неплохо сместился в угол площадки. Оставил на Эмагамбета Арслан. Поднял на синюю. Тут Масальский. Масальский в угол шайбу отправляет. Там подхватывают снаряд партнеры. Пытаются добороться. И в итоге Аймагомбет от шайбы оказался. Арслан на пятак хотел сместиться. Шайбу отпустил далековато. Отправляется снаряд на Нуридинова. Но Дербек
Вывел шайбу в среднюю зону, 29 номер, но Редина взошел в чужую. Развернуться пытается, но его от шайбы за это время уже оттеснить успели. Ивановский отправляется в атаку. Перспективный может получиться момент. Ивановский сместился за ворота. Ивановский под давление попал. Ивановский все-таки забирает у него шайбу Ганиев. Самого просто Ивановского оттеснил, а там уже их у Самбоев шайбу подобрал без проблем. Ганиев. Из-за ворот выкатил Мухаммади Йор. Все это время Ивановский просто по пятам за ним следует. Не дает ничего сделать Мухаммади Йору. Гони его. Шайба на пятаке. Оказывается под контролем Дербека Хусамбоева. Хусамбоев хорошо здесь ушел от Марата Алиулы. Принимает решение откатить немножко назад. Дает здесь, да, для Ганиеву возможность найти партнера в передаче. И Попов на Азимова. Салахиддин зашел в чужую. Азимов смещается в угол площадки, сбрасывает с себя опеку. Азимов на синюю, бросок от синей линии заблокирован. Добивание. Ермолов пытается организовать на пятаке. Кружков ему сделать этого не позволил. Снаряд у Кружкова оказывается где-то в коньках. Ермолов продолжает борьбу там навязывать. Шайба на пятаке. А Ермолов бросок раз, бросок два. Копают ташкентцы. И в итоге ворота просто сносят игроки команды Торнадо. Вбрасывание будет проведено у ворот Кирилла Денисова. Нельзя, кстати говоря, сказал арбитр, меняться здесь шимкенцем. По какой причине, я не знаю, не разбираюсь вот в таких нюансах правил. Да, в каких-то ситуациях, вот заметил я, что запрещает арбитр меняться. Да, даже если это не проброс, допустим, а еще какие-то ситуации бывают. И я так и не разобрался, по какой логике действуют там арбитры, если честно. Бросок от синей линии, справляется с этим броском Кирилл Денисов. Вбрасывание будет проведено у ворот команды Торнадо. Вбрасывание. Остаются за командой Торнадо. Заброс за ворота на Маликова. Маликов хотел на Харченко вывести. Передача оказалась неточной. Снаряд отправляется на Мачулу за ворота. Мачула. По борту Владимир на дальний. Ергешев. Ергешев ушел от опеки Абдукаюма Абдувасикова. Покатил в атаку. Ергешев попадает под силовой от Тимура Камалова. Хорошо его там корпусом второй номер остановил. Абдувасиков пытается убежать от Святослава Харченко, но Святослав-то парень быстрый. В итоге проходит передача на Халевина. Богдан смещается в угол площадки. Халевин. Оставление на Мухаммада Али Бахадирова. Бахадиров попадает там под силовой прием. Продолжает снаряд удерживать. Бахадиров поднимает на синюю линию. От синий бросок ловит Мачула на себя. Шайба была выведена в среднюю. Ниязов отыгрывает на ближний борт. Хорошая передача. Заброс пошел за ворота. На подборе Мачула будет первым. Мачула по закруглению на дальний. Абдувасиков поехал борьбу Ергешеву навязывать. Рахматулаев в итоге вместе с Ергешевым довели шайбу до Харченко. Святослав. Не удалось ему Ниязова пройти. Будет ли удаление? Да, звучит свисток арбитра. Удаление в составе команды Ташкент Селект. Первое удаление в нашем матче. Амир Ниязов за подножку отправляется на скамейку штрафников. Вбрасывание остается за командой Ташкент Селект. Отправляет снаряд Салахиддина Зимов на дальний. Шайба под чьим контролем? Под контролем Ильи Попова, оказывается. Попов ли там? Вот большой вопрос, я не уверен, если честно. Да, Попов там был и правда. Артюшин отправляет шайбу на дальний. Тут же пас под синюю линию. Харченко в центр отыгрывал. Прочитали ташкентцы. Ермолов зашел в чужую. Ермолов, бросок в ближний угол. Кирилл Денисов справился. Масальский на дальний. Там покатил в атаку Ергешев. Ергешев. Зашел Максим в чужую. Да как зашел? Харченко бросает. И где шайба? Шайбу Александрана. Я не верю своим глазам, друзья. Как он это делает? Я просто не верю, Александр. Ну это же просто. Это нереально.
Опять момент, где буквально пустые ворота. На тот момент, в том моменте было перед Ергешевым, теперь перед Харченко. И что тот, что другой забить не смогли. Ну что камера так обидно раз фокус поймала, да. Но именно из-за этого, кстати говоря, я не увидел, да, что там произошло. Да, куда там шайба попала. Но она оказалась в ловушке у Александра Ана, что меня, конечно, сильно шокировало. Рахматуллаев, филигранная передача на Ергешева. Бросает Максим. Александр Ан успевает переместиться. Да, наверняка. Смотрели ташкентцы игры команды Торнадо. Видели они эту схему в большинстве и не раз. Как раз таки, когда в большинстве находятся хоккеисты команды Торнадо, очень любят они вот эти вот передачи, получается, поперечные, нет? Господи, что-то я, да, слово не смог подобрать. В общем, как только что отдал Рахматуллаев на Ергешева, получаются эти передачи у команды Торнадо хорошо, и получается их делать с завидной регулярностью, я бы сказал, поэтому почему бы таким преимуществом-то не пользоваться. Хорошая передача, Ергешев от всей души зарядил, Рахматуллаев на добивании, не переигрывает Ана. Александр, ну, браво, браво пока голкиперу команды Ташкент Селект. Просто красавец. Кирилл Денисов тут что-то расклеился малость, клюшку потерял на ровном месте. Бывает, бывает. Видимо, тоже, да, все-таки нервничают ребята. Несмотря на то, что, да, как бы матч ни на что не влияет в плане распределения мест. Шайба у ближнего борта. Ермолов в центр отыгрывает. Попов протащил. Ермолов бросает в ближний угол. Снаряд зафиксировал Кирилл Денисов. Остается за командой Торнадо. Синяя линия Мухаммадалиба Хадировым была перекрыта. Отправляется снаряд Тактасыновым в угол площадки. Скидка пошла на Тактасынова. Тактасынов покатил в атаку. Очень хорошо, хорошо здесь разбежался Айдар. Зашел в чужую. В полном составе тем временем команда Ташкент Селект появился на льду удаленный Ниязов. Сразу же на пятаке расположился Тактасынов. Площадки контролирует, просто пока удерживает, пока ищет варианты. Айдар вывести из зоны шайбу удастся здесь ташкентцам однозначно. Вопрос только в том, удастся ли атаку провести. Абдукаим Абдувасиков по ближнему борту прошел в чужую, сумел уйти от силового. Прострел на пятак не проходит. Абдувасиков сам же на подборе за воротами. Абдувасиков уже под синюю линию. Тут такой круг почета своеобразный получился. Камалов в угол обыгрался с Халевиным. Камалов от синей поливает. Шайба отправляется за ворота. Мухаммадали Бахадиров. Шайба добирается первым. Бахадиров. Тут с трех сторон его зажали. Некуда просто деться 77-му номеру. Шайба отправляется на дальний. Отсюда шайбу будут выводить сейчас. Ах, есть команда Торнадо. Шайба под контролем Мачулы. Владимир. Наймагамбета снаряд отправил. Наймагамбет. На Мачулу скинул. Мачула в центр. И начинает ход набирать седьмой номер Шимкенцев. Пас под синюю линию получился в никуда абсолютно. Ниязов первый на подборе. Ниязов сместился за ворота. Оттуда будет набирать ход сейчас. Ниязов пересек красную линию. Недолго думая, переправил шайбу за ворота Кирилла Денисова. Дархан. Азамат ошибается грубо достаточно за воротами собственными. Выкатил Абдувасиков тут же на пятак. Денисов среагировал. Попов. Смещается Илья в центр. Попов. Не стал пока бросать. Да неудобная была рука. Попов сумел шайбу в зоне сохранить сейчас. Камалов. На синий тут же включился в борьбу. Синяя линия по-прежнему закрыта. Азимов. Салахидин бросает. Кирилл Денисов среагировал. И снаряд успевает накрыть до того, как добивание подъехали ташкентцы. Торнадо Мачула отправляет шайбу на дальний. Тут же передача пошла в среднюю. Хороший пас. Заходит в зону Субханберди Рахматуллаев. До броска дело довести ему не удалось. Шайба под контролем Попова. Попов зашел в чужую. Попов бросает по воротам. Добавить было некому. Шайба отправляется в среднюю. Попытка заброса в зону от ташкентцев успехом не увенчалась. Перевод на дальний пошел Салахидина Азимова. Илья Попов бросает просто от синей линии. Ой, какой момент! Денисов ошибается, Кирилл, дважды подряд, но никто этими ошибками не воспользовался.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сначала Денисов не проконтролировал отскок от борта. Шайба выкатилась на пятак, после чего Денисов еще и накрыть ее с первой попытки не смог. Четко видно, что какие-то нервы прямо у Кирилла Денисова какие-то очень такие, да? А, ну, как это объяснить-то? Ну, не глупые, наверное, можно сказать. Просто очень странно. Вот странный это факт, да. Непривычно нам видеть такое вот по статистике лучшего вратаря чемпионата. Говоря насчет вратарской статистики, собственно, у нас сегодня встречаются статистически два лучших вратаря, в принципе, на данный момент во всем чемпионате. Это у нас Кирилл Денисов и Александр Ан. У обоих по 20 плюс игр, 23 у Ана, 21 у Денисова. И у обоих, да, сумасшедшие какие-то вообще цифры. Коэффициент надежности 2.29 у Ана, 2.41 у Денисова. Прекрасный результат вообще. Плюс пропущенные шайбы тоже практически идентично у ребят все. 48 у Денисова, 51 у Ана. Процент отраженных у Ана 89, у Денисова 91 тоже. Что там процент хороший. А у нас тут тем временем опасная атака была на ворота команды Ташкент Селект, с которой удалось разобраться ташкентцам. Заброс в зону соперника последовал от Халевина. Снаряд под контролем команды Торнадо. Шайба у ближнего борта. Падение тут от игрока Шимкинцев. Набирает в этот момент ход Тактасынов. Айдар бросил. Камалов поймал на себя. Тимур сместился за ворота. Шайба оказывается у ближнего борта. Выведена была шайба в среднюю зону. Дубасиков контролирует шайбу Абдукаюм. Бросок по воротам. Заблокирован он был. Ну и, судя по всему, друзья, первый период у нас с таким счетом-то, собственно, и закончится. Уходим мы на перерыв при счете 1-0 в пользу команды Торнадо. Вернемся через 15 минут. Ну а пока смотрим повторы и наслаждаемся этим прекрасным первым периодом. И вспоминаем его еще раз.
Ну что же, друзья, возвращаемся в эфир. Да, у нас по-прежнему не включили, к сожалению, звук с арены в Шымкенте. Сейчас мы сразу напишем об этом нашему оператору, чтобы у нас все с вами появилось. Отправляйте Шеба на Мачулу на ближний. Мачула отыграл в центр. Харченко, хороший бросок по воротам от Святослава, справляется с этим броском Александр Ан. Так, ну что же, вот, собственно, и звук с арены пошел. У нас с вами вбрасывание ворот ташкентцев. Ермолов на точке против Рахматуллаева. Вбрасывание остается за ташкентцами. Подбирает шайбу Салахиддин Азимов. Передача отправляется на ближний борт. Так, понятно. У нас здесь Ютуб решил подлянку подкинуть. Сейчас мы будем с этим разбираться. Да, в ближайшей паузе, как видите, качество, да, упало. Ну, Ютуб это делает сам, честно говоря. И у меня тут даже, как вы видите, мышки на экране даже близко не было. Поэтому это сделать мог только лишь Ютуб, который любит вот так вот делать почему-то. Илья Попов зашел в чужую. Попов на броска дело не доводит. Шайба приходит к Ергешеву. Ергешев заходит в чужую. Максим бросает по воротам. Реагирует Александр Ран. Шайба в углу площадки. Ергешев. Отправляется снаряд Ергешевым на ближний борт. Ергешев. Передачу отправлять на дальний. Там Артюшин успеет к снаряду. Отправляет шайбочку в угол площадки. Харченко. Харченко с разворота. Отправить на пятак шайбу не удается. Ганиев. Крутанулся Мухаммад Йор. Пытается уйти от опеки. Ганиев. Ганиев смещается на ближний борт. До шайбы сам добраться не успевает. Снаряд у Хусамбоева. Дирбек. В центр на Попова отыграл Илья. До шайбы добирается первым. Попов с Ермоловым немножко не поняли друг друга, но в зону все-таки вошли. Попов. Оставление неплохое. Салахиддин Азимов бросил в ближний. Добавил шайба у Кирилла Денисова. Выручает свою команду голкипер. Так, сейчас нужно мне буквально секундочку времени, друзья, чтобы все вернуть в исходное состояние, чтобы мы с вами видели все нормально. Ну, чтобы качество было хотя бы на приемлемом уровне. Вбрасывание у ворот команды Торнадо. Абдукаим Абдувасиков на точке. Против него там Арслан Имагамбет. Шайба у ближнего борта. Заброс пошел в угол площадки от Абдукаима Абдувасикова. Абдувасиков. Скидку на Мухаммада Али Бахадирова. Решил тут сделать Бахадиров. Бахадиров. Падение от Мухаммада Али. Тем не менее, контроль-то на шайбе все еще сохраняет. 77-й номер изо всех сил просто. Синяя линия не была перекрыта ташкентцами. Абдукаим Абдувасиков вынужден тут крутиться в районе красной. Ждал, пока Бахадиров из угла площадки выкатит. Он там упал, когда шайба из зоны выводилась. И все это время поднимался. Так довольно долго, я бы сказал. Мухаммадали Бахадиров выкатывает на позицию для броска. Попадает кого-то на пятаке. Шайбу забирает под свой контроль Арслан Имагамбет. Имагамбет на дальний шайбу отправил. Так Тасынов будет Ивановского искать. Хорошая передача проходит на Ивана. Ивановский дорабатывает ногами. Александр Ан играл рискованно. По итогу чуть было не провалился, но все обошлось. Шайба под контролем Имагамбета. Арслан подает под жесткий силовой прием у дальнего борта. Шайба, тем не менее, под его контролем осталась. Довел он ее до Тактасынова. Айдар. Помешали тут немножко друг другу 7 и 87 номера. В итоге Тактасынов заходит в зону. Мощнейший выстрел. Александр Ан в игре. Шайба отправляется в среднюю. Орел по борту. Передачу вперед отправляет. Неточный пас. Шайба оказывается под контролем Ниязова за воротами. Ниязов отправляет шайбу на ближний борт. Абдукаим Абдувасиков под синюю линию. На Камранбека Жураева. Того накрыли. Камалов. Заброс в чужую организовать не вышло. Нуридинов пытается на Дербек в чужую зайти. Перехват от шимкенцев. Заходит в зону Алибек Сержан. Скидка на Марат Алиулы пошла. Елжан в угол. Камалов первый. Камалов сам может попробовать ход набрать. Тимур, да, пересечь красную линию хотя бы попробовать. А в итоге-то передачу он на Абдувасикова нашел. Абдукаюм. Хороший выстрел. Выше ворот шайба летит. На подборе у ближнего борта завязалась борьба за шайбу. Подбирает снаряд Камранбек Жураев. Укатил за ворота Жураев. Жураев за воротами. Оставил снаряд партнеру. Тот до снаряда добраться не успел. Орел попадает под жесткий силовой прием у ближнего борта. Снаряд переходит под контроль Шахриера Муминова. Муминов. За ворот начинает выкатывать потихоньку. Передача отправляется на ближний борт. Перевод на дальний, где никого буквально не оказалось в нужный момент времени. Алексей Маликов
по борту в среднюю. Марат Алиулы, шайба до него не дошла. Но Дербек Нуридинов зашел по дальнему борту. Там Рахматуллаев уже появился на льду. Вместе с ним уже и Ергешев сейчас в атаку отправится. Передача на Максима пошла. Ергешев зацепится. Зацепится Максим. Сместиться в центр не получилось. Перехвачен был снаряд хоккеистами команды Ташкент Селект. Мухаммад Амин Шахабедин вместе с Камранбеком Жураевым зашли в зону. Звучит свисток арбитра. Положение вне игры. Сбрасывание нас ожидает в средней зоне. Сбрасывание остается за командой Торнадо. Маликов за воротами на Мачулу находит передачу. Перехват хороший от Попова. Илья на дальнюю перевести не удается. Шайба оказывается под контролем Субханберды Рахматуллаева. Пас на дальний не проходит. Салахиддин Азимов зацепил шайбу. Азимов на пятак. Попову принять передачу не дает Маликов. Ермолов в угол площадки поехал. Попробует добороться. Вместе с ним там уже и Попов, и Азимов. Все ребята туда сместились. На синей линии перекрыл все это дело Мухаммад Йорганиев. Попов в угол шайбу отправил. Ермолов не смог ее там рукой поймать. По итогу снаряд отправляется на ближний борт, где уже посвободнее немного. Ой, какой перехват от Ильи Попова. Шикарно сыграл 17 номер в полете. Поймал шайбу. Оставил ее в зоне. Салахиддин Азимов теперь может попробовать атаку какую-то организовать позиционную. Азимов на синюю. Хусамбоев за ворота. Передача не проходит. Шайба оказывается под контролем команды Торнадо. Пас под синюю линию. Харченко. Харченко теряет снаряд. Шайба под контролем Ильи Попова. Попов передачу отправляет на Дербека Хусамбоева. Хусамбоев по борту прокинул ее вперед. Но тут, да, народу очень много. Ничего не понятно абсолютно. А вот тут это понятно. Тут все, Александр Ан! Неужто это снова Александр? Да я не верю, друзья. Ну как же он это делает? А тот момент ответный. Бахадинов не переигрывает Кирилла Денисова. Еще момент будет сейчас. На пятаке шайба по-прежнему не накрыта, а на Денисовом все это время. Выкатывается снаряд под синюю. Хусамбоев перевел. Ганиев поливает. Добивание от Бахадирова не получилось организовать. Шайба покидает зону команды Торнадо. Вот это да. Вот это моментище. Ганиев отыграл назад. Мухаммад Йор. Передача от Хусамбоева под синюю пошла. Хусамбоев. Шайбу контролирует за воротами Дьорбек. Оставление на Абдукаюма Абдувасикова. Абдувасиков покатил в атаку. Абдувасиков перевел на дальний. Хорошая передача прошла. Ганиев через заброс чужую решил сыграть. Звучит свисток арбитра. Положение вне игры было тут зафиксировано. Ну, здесь, конечно, да, активно начался очень второй период. Обменялись вот эта вот смена, да, просто какая-то сумасшедшая, где не забил Харченко, после этого не забил Бахадиров. А потом началось просто месиво настоящего ворот Кирилла Денисова. Все по очереди там, кто мог бросить, все, по-моему, бросили, но забить никто не забил. Тут пятый почему-то не появился на льду команды Ташкент Селект. Бахадиров сразу после вбрасывания почему-то выпрыгнул, там даже включиться в игру еще не успел. Шайба оказывается у дальнего борта. Ниязов на подборе первый. Ниязов по борту. Передача не проходит на партнера. Бахадиров. Бахадиров. Шайбе добраться не удается. Шайба отправляется за ворота. Камалов. За воротами. Снаряд теряет. А вот тот момент у Тактасынова бросок пошел в ближний. У Таймагамбета, да. Именно он там бросал. Среагировал. Успел переместиться. Шайба ближнего борта. Под контролем команды Торнадо, по-моему. Ну, тут да, опять же. Все, что ближний борт, друзья, сегодня разглядеть будет просто невозможно, да. Огромное количество народу на трибунах в Шымкенте. Могу я понять, почему, да. Сегодня будет чествование, так сказать, чемпионов этого сезона Кубка Федерации. Поэтому народу там полный стадион. Ниязов отправляет шайбу вперед. Хорошая передача проходит. Мухаммад Али Бахадиров отправляет снаряд за ворота. Пересек красную линию сразу туда. Абдувасиков пробовал добороться, шайбу отправлял на ближний. Тут никого из партнеров не было, так еще и сам под силовой там попал. В итоге Тактасына с шайбой будет разгоняться. Нет, с красной линии решил зарядить. Что самое интересное, попал вообще идеально в створ, четко по центру. Соответственно, проброс тут вообще отменяется сразу. Пас под синюю пошел на Бахадирова. Мухаммад Али не справился с приемом. А тут Илья Попов доборолся. Попов смещается на дальний.
Отправляется шайба в среднюю зону. Но здесь, да, конечно, инициатива вот в данный момент однозначно за командой Ташкент Селект. Вот 100%. Сейчас они чувствуют себя увереннее. Они на коне после парочки хороших смен. А если бы еще удалось все эти хорошие смены закрепить шайбой заброшенной, то вообще сейчас, конечно, полностью инициатива была за ними. Азимов доборолся, Салахидин за воротами. Шайба отправляется под синюю линию. Ганиев. Бросать не решился Мухаммади Йор. Ошибся в передаче, но партнеры ошибку-то исправили. Попов за воротами. Пытается уйти от опеки Масальского. Попов. Передача хорошая пошла. Бросить Ермолова не дали. Попов. На синюю линию пас не проходит. Марат Алиулы отлично крышку подставил. Мухаммад Йор Ганиев. До шайбы доберется у собственных ворот первым. Ганиев. Передача отправляет под синюю линию соперников. Никуда. Никуда передача пошла. Ответный пас уже от Шимкенцев под синюю. Только в этот раз уже точно. Будет ли удаление в этом эпизоде? Салахидин Азимов. Нет, без удаления. Что довольно странно. Для меня тут прям четкая подножка была, как по мне. Попов. В дальний угол бросил. Не попадает Илья. Синюю линию некому было перекрыть. Ганиев на пересменке был в этот момент. Ай-яй-яй. Рахматулаев. Отыграл назад. Там шайба под контролем Мирзахметов, по-моему, оказалось. Перевод на дальний пошел. Орел выводит шайбу под синюю линию. Тут Ниязов в среднюю выводит шайбу. Салахидин Азимов может раскатиться. Азимов. Передача на дальний пошла. Уже на льду первое звено команды Торнадо. Заходит в чужую дербеку Самбоев. Да, пока защитники не поменялись. Но нападающий. Тройка нападения первая уже на льду находится. Ахматулаев и Ергешев Харченко уже готовятся атаку новую проводить. Ниязов бросает по воротам. Денисов справился. Шайбу ближнего борта. Отсюда ее будет выводить Рахматулаев в центр. Ергешев не справляется с приемом передачи. Попов заходит в чужую. Илья ушел от силового. Попов на пятак. Передача не проходит. Шайба отправляется за ворота. Там на подборе первым оказался, по-моему, Мирзахметов. Все тут же. Шайба выкатилась к Рахматулаеву. Тот на Ергешева продлил. Ергешев на скорости. Максим в чужую заходит. Хусамбоева прокинул. Ергешев. Не смог за шайбу зацепиться Максим. Падение от него. Будет ли удаление? По-моему, рука арбитра не поднята. По-моему, тут все было чисто. Шайба ближнего борта под контролем команды Ташкент Селект. Рахматулаев. В итоге, да, шайба у него оказалась. А вот тот момент уже для Харченко. Святослав. Мощнейший выстрел. Александр Ан в игре. Шайба отправляется в среднюю зону. Ребята отправляются уже на дальний здесь. Шимкенцами. Зашли ребята в зону. Ой, момент, Рахматулаев! Не попадает Субханберды в створ. Попал в кого-то из игроков ташкентцев на пятаке. Салахидин Азимов попробует оторваться. Очень долгая смена была для ташкентцев. Тяжелая смена максимально. Ну и здесь передачу Азимов решил отдать на Ермолова. А Ермолову просто аккуратно крышку приподняли. Попов должен сейчас понимать, что нужна пересменка. Нужно как-то выиграть время для партнеров. Переводит Попов на Камалова. Камалов за ворота на Ганиева продлевает. Мухаммади Йор. Отсюда будет шайбу выводить. Ганиев по ближнему борту покатил в атаку сам. Заброс за ворота. Там цепляется первым за шайбочку Богдан Халевин. Халевин. Халевин на пятах хотел сместиться и бросок, видимо, нанести. Но прям читали, откровенно говоря, весь этот эпизод шимкенцы. Немагамбет. Шайбу контролирует у собственных ворот. Передачу отправляет в среднюю зону. Мачула. Передача под синюю пошла на Тактасынова. Тактасынов. Тактасынов с неудобной бросает в ближний угол. Шайба зафиксирована была Александром Романом. Выбрасывание остается за командой Торнадо. Тут подвисла трансляция с арены в Шимкенте. Ну да, как обычно, на самом интересном месте, да? Просто тут замах, бросок Масальского идет, по-моему, от синей линии. А у нас тут просто картинка встала. Ну, ничего не поделаешь, ничего не поделаешь. Придется нам с вами, друзья, просто ждать восстановления канала там, на арене. Попробую связаться с нашим оператором, узнать, что там да как. Может быть, получится у него сделать там что-то с этим. Так, вот. Ой, как перепрыгнул тут картинка. Ага, это, видимо, вот как раз мы нагнали все то отставание, что было получено в этой паузе. Ниязов отправляет шайбу под синюю линию. Халевин. Тут, да, чуть назад мы вернулись. Спасибо за повтор. Халевин
отправляется в угол площадки. Неплохо, поднял на синюю линию. Камалов, Камалов, бросок, Халевин, мимо! Еще добивание, спасает штанга ворота Кирилла Денисова. Снаряд там где-то на сетке с внешней стороны застрял. Бахадиров на синюю выкатывает, на синий Ниязов, долго-то как! Передача идет на Камалова, Камалов, Тимур! Сместился сам под бросок. Халевину отдал. Халевин в дальний. Добавить некому. Бахадиров не попал по шайбе. И Кирилл Денисов все-таки снаряд накрывает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же давят. Как же давят просто ташкентцы. Великолепная игра. Я не знаю. Просто одно удовольствие за таким наблюдать, конечно. Обе команды, конечно, стоят друг друга. Что те, что другие на контратаках действуют просто прекрасно. Позиционные атаки смотреть прям кайф. Ну, я не знаю. Ну, великолепный же матч. Да, еще если бы такая же шайба была побольше, вообще бы цены, ребятам, не было. Но, в принципе, при такой игре тут уже должно было быть вообще 5-5 просто. Но голкиперы и еще раз голкиперы, по сути. Поэтому матч и так насыщен моментами, которые, по сути, должны были стать голевыми. Но что Александр Ан, что Кирилл Денисов сегодня просто в прекрасной форме, прекрасном настроении. И не дают так просто себя переиграть. Салахиддин Азимов. Заходит в зону вместе с Ильей Поповым. Азимов на дальнюю. Прострел, по сути, организовал сейчас. Бросок раз, бросок два. Шайба не влетает снова в ворота. Да, Азимов так бросил коварно максимально, чтобы Попов-то на добивании попробовал сыграть. В итоге шайба оказывается под контролем ташкентцев. За воротами Ермолов действует. Ай-яй-яй-яй, снова трансляция, ну снова интернет в Шымкенте валится, друзья, ну как же так, как же обидно это все. Очень-очень хочется посмотреть в нормальном, да, как это, в нормальном ритме, без этих перебоев интернета, но, судя по всему, не судьба, да. Пишусь я с оператором нашим сейчас, в любом случае нужно уточнить у него, разовая ли это акция, или там все совсем плохо и ничего не работает. Написал я, друзья, оператору. Сейчас узнаем. Сейчас узнаем, что он нам ответит. Ну что же, у нас опять, да, основательно так подзависла картинка. Ну, может быть, да, пока у нас тут такая пауза вынужденная. Может быть, вы, друзья, да, хотите что-нибудь обсудить? Какие-то вопросы у вас есть ко мне в чате? Я с удовольствием на все вопросы отвечу. Там, да, касательно, да, чего угодно, на самом деле. Там, сколько очков у кого, сколько там очков у команды. Ну, в общем, любой вопрос касательно этого турнира отвечу я вам с большим с удовольствием вообще. Главное, да, только вот дождаться, пока картинка у нас появится снова. Так. Что произошло? Где мы? 4:40 до конца. Примерно минут у нас не было. Отлично. Ну, хотя бы шайбы заброшенные не пропустили. Снаряд под контролем Мухаммадиора Ганиева. Ганиев. Потерял шайбу, видимо, у ближнего. Ивановский забросил ее за ворота на подборе Бехруз. Бахадиров первый. Бахадиров. Передачу отправляет на... Кого у нас здесь? На Нечаева, что ли? Нет, это Жураев. Здесь Жураев перевел на дальний. Хорошая передача на Дербек Нуридинов. Нуридинов за ворота смещается, но Дербек попадает под силовой прием. Шайба у Арслана Имагамбета. Имагамбет успел вывести снаряд на партнера. Передача пошла на ближний. Передача дальше в среднюю зону. Перехват хороший от Мухаммада Амина Шахабедина. Шахабедин. Бросок по воротам. Ловят на себя защитники команды Торнадо. Жураев отправляет снаряд на синюю. Шахриор Муминов забросил за ворота. На подборе Мачула первый. Владимир отправляет шайбу в среднюю зону. Тут подбирает Ивановский. Ивановский. Центр отыгрывал Бехруз. Бахадиров на пятаке. Отлично отработал. Мухаммад Амин Шахабедин. Вместе с Бехрузом Бахадировым покатили в атаку. Бахадиров. Оставление на партнера. Попадает там под силовой прием. Мухаммад Амин Шахабедин. Продолжают, ребята, борьбу вести активную дальнего борта. Хорошая силовая там игра ведется. Артюшин подъехал потолкаться. Там же толкаются все это время Шахабедин. Вместе с ним там же действует и Бахадиров. А вот тут момент. Нуридинов сильно выше ворот бросил. Шайба отправляется на ближний. Камранбек Жураев за ворота снаряд переправил. Там подбирает первым Арслана Имагамбет шайбу. Снаряд под контролем команды Торнадо. Передача пошла в среднюю зону. Хороший пас проходит. Заходит Тактасынов в чужую. Тактасынов протащил шайбу в угол. Тактасынов.
Передачу отправляет за ворота. Ивановский на пятак. И Магомбет не сумел замкнуть. Эндербек Нуридинов. Покатил в атаку. До броска дело не доходит. Здесь Жураев, кстати говоря, шайбы да, не коснулся. Да, будучи уже в зоне оппонентов. Поэтому вне игры и не было свистнута. Шайба под контролем команды Торнадо. Передача пошла в центр. Аймагомбет. Арслан шайбу теряет. По-моему, да, забрали у него снаряд. Ташкентцы забросили за ворота. Там поехал борьбу навязывать Абдукаину Дувасиков. Шайба ближнего борта под контролем Халевина. Богдан как в центр нырнул, но Масальский успевает ему там по клюшке ударить. И по итогу не дает. Просто Халевину там ни передачи, ничего сделать. Просто клюшка у Халевина чуть из рук там не выпала. Он еле-еле это проконтролировал, все дело. Алексенцев. Заброс за ворот от Вилора. Вступает Александр Ан в игру. Приостанавливает аккуратно шайбу партнерам. Передача неточная от Ниязова. Шайба оказывается в углу площадки. Передача по борту пошла на ближнюю от Сержана. Тут Халевин попробует проткнуть шайбу в среднюю. Халевину удается это сделать. Кто будет первым на подборе? Первым оказывается Мухаммад Али Бахадиров. Пас на пятак. Орел читает. Накатился Абдувасиков. Не смог за шайбу зацепиться. Снаряд с новой зоны был, по сути, просто выброшен. Ниязов по борту. Передача пошла в среднюю зону. Ергешев появился на льду очень вовремя. В борьбу сразу вступил. А здесь... Ой-ой-ой-ой-ой, какая ошибка от Кружкова. Это первое в нашем матче удаление для команды Торнадо, друзья. И по совместительству, я бы сказал, великолепный просто шанс для команды Ташкент Селект, чтобы открыть счет своим шайбам в этом матче. Да, команда Торнадо на этом турнире играет просто супер чисто. Вот по-другому и не скажешь, да. Если посмотреть все их матчи на этом турнире, максимум там, ну, 2-3 удаления край. Вот, ну, по-другому-то и не было реально у команды Торнадо за весь этот турнир, и это, безусловно, похвально. Ну и в целом, если так посмотреть сейчас, это удаление, конечно, довольно лишнее, ненужное, довольно так глупое, можно даже сказать, просто на ровном месте выброс шайба. А вот это об этом всем позже. Ой-ой-ой-ой-ой, Александр Ран травму там получил. Как же это все неприятно-то, Александр. В него влетел Святослав Харченко. Харченко тоже, по-моему, травмировался. Вместе там ребята, да, получили повреждения. Ан влетел ногой, да, задней ее частью прям в штангу. И прям так, ну, очень серьезно. Харченко был на хорошей скорости. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как же это все не вовремя. Второй день подряд прилетает Александру. Будем надеяться, что сможет Ан игру продолжить, потому что это очень-очень важная составляющая успеха команды Ташкент Селект, безусловно. Не зря нам, да, статистика нам это, я думаю, наглядно показывает. Все-таки не зря, да, Александр Ан второй, ну ладно, третий, скажем, по статистике вратарь во всем чемпионате. Ну а по коэффициенту надежности вообще первый. Появляются врачи скорой помощи на льду. Так, заморозят. Заморозят ногу Ану. Все-таки, да, все-таки без травм, к сожалению, не обошлось. Смотрим, что там с Александром. Поедет ли он на скамейку запасных своей команды. Там уже наверняка, наверняка разминается сейчас. Я думаю, Игнатий Коротков. Других вариантов у Игнатия, конечно же, нету. Ну, посмотрим. Посмотрим. Продолжит ли игру Александр Ан? Да, нужно ему время, чтобы прийти в себя. Ногу он немножко сейчас разомнет после подморозки. Ну, главное, чтобы Ан продолжил в том же духе. Да, конечно, там адреналин сейчас в любом случае бешеный у Александра. Должно это все дело быстро обезболиться. Тем более еще это с применением как бы заморозки тоже неплохо будет. Так, куда там арбитр поехал? Что там свисток был дан? Без удаления. Без удаления, кстати говоря, в этом эпизоде для ташкентцев. Это для них, я не знаю, просто прекрасные новости. Или все-таки удаление было, я что-то пропустил. Нет, вот вроде как 5 человек. Так, ну ладно, сейчас лучше разберемся, когда уже зайдут ребята в зону. Там будет, я думаю, понятнее. Есть еще минута на реализацию большинства во втором периоде у ташкентцев. Попов зашел в чужую. Илья забросил шайбу за ворота на подборе. Маликов первый выводит на Харченко. Святослав снова убегает. Харченко. Харченко бросает. Александр Ран среагировал. Но он тут бросок, справедливости ради. Опять же, у Харченко не получился. Салахиддин Азимов заходит в чужую вместе с Ермоловым. Оставление хорошее. Ганиев накатился. Капитан бросает. Кирилл Денисов на месте.
Сони. Остается за командой Ташкент Селект. Попов отправляет шайбу на синюю. Лохидина Зимов в угол на Ганиева перевел. Ганиев. Ганиев. Попадает под давление. Успел Мухамадьер на синюю шайбу отправить. Азимов Ганиева вернул. Ганиев на пятак. Ермолов. Ганиев снова. Как же быстро действуют ташкентцы. Но пока без бросков. А без бросков так голов как бы, ну, не добиться здесь, безусловно. Ганиев. На пятак сам решает сместиться Мухамадьер. Выбивают ему клюшку. Вместе с шайбой Ергешев убегает. Попов, возвращаться нужно. Максим Ергешев. Ух, как зарядил тут, а. От всей души дал, конечно, тут 88 номер. Но в створ не попадает. Шайба под контролем команды Торнадо. Маликов отправляет шайбу на дальний, друзья. И на этом второй период нашей встречи подошел к концу. Счет по-прежнему на табло 1-0. Мы с вами отправляемся на 15-минутную паузу. Вернемся в эфир буквально через 15 минут. Ну а пока отдыхаем и смотрим повторы. We'll be right back.
Ну что же, друзья, возвращаемся в эфир. Стартует третий и заключительный период нашей встречи. Счет на табло у нас 1-0 по-прежнему. 1-0 в пользу команды Торнадо, в пользу хозяев льда. А в пользу команды, за которую болеет сегодня, ну, большая часть арены в Шымкенте точно. Да, видели мы там и болельщиков команды Ташкент Селект в том числе. Это, конечно, просто прекрасно. Но их сегодня явное меньшинство. В любом случае, ташкентцы показывают, да, хорошую игру, как и их оппоненты из команды Торнадо. Просто сегодня обе команды выглядят великолепно, правда. Одно удовольствие наблюдать за такой игрой. И как я отмечал во втором периоде, ну, здесь счет совсем не по игре, абсолютно. Здесь просто феноменальная игра голкиперов обеих команд, а здесь еще один момент опаснейший, справляется с этим броском голкипер. Попов отправляет шайбу на Азимова, Салахидин бросил в ближний, справляется Кирилл Денисов. Шайба под контролем команды Торнадо, отправляется на Маликова, Маликов на дальний, хорошо вывел Харченко, Харченко, неплохо, Святослав протащил, бросок, где шайба? Александр, он ее не видит, или я ее не вижу? Я ее не видел, и правда. Харченко красавец. Сделал все максимально грамотно, но не переиграл голкипера. Заброс за ворота последовал. На подборе Мачула. По борту продлевает. Выведена была шайба в среднюю. Да, Харченко стрелял совсем немного. Не дошел. Ганиев успел. Мухамадьор. Сам теперь в зону заходит капитан. Ганиев. Еще шайбу в угол. За ворота на Ермолова. Ермолов. Здесь, да, замешкался. Если бы сразу на Ганиева отдал, был бы там, наверное, ну, было бы окошко небольшое у Мухамадьора, чтобы бросить в касание, но не в этот раз. Шайба у ближнего борта. Чем контролем. Давайте разбираться. Рахматуллаев ее вытаскивает оттуда в центр. Отправляет на Харченко. Харченко, Ганиева не проходит. Хорош силовой от Мухамадьора. Шайба под контролем Ильи Попова. Попов. Передача отправляет под красную линию. Хорошая передача проходит. Мухаммад Али Бахадиров. Пытается забросить чужую. По шайбе, по-моему, не попал Мухаммад Али. Борьба завязалась у ближнего борта. Шайба оказывается под контролем Гордея Артюшина. Артюшин отправляет шайбочку на дальний. Массальский перевел на ближний борт. Снаряд под чьим контролем? Под контролем Тактасынова. Тактасынов смещается на пятак. Бросок, добивание спасает Александр Ан. Продолжают ташкентцы биться здесь на пятаке. Просто, я не знаю, там все костьми ложатся, но не дают бросать. Попытка добавить и за ворот уже от Тактасынова. Успехом не увенчалась. Шайба отправляется на ближний. Мухаммад Али Бахадиров попробует организовать ответную контратаку. Бахадиров заходит в чужую. Тут уже Тактасынов своим агамбетом вернули. Так как же быстро бегут шымкенцы сегодня-то. Гордей Артюшин и за ворот выкатывает. Передачу отправляет на Ивановского. Ивановский дальше на Аймагамбета. Аймагамбет. Заброс по закруглению в чужую на подборе. Первым оказывается Ниязов все-таки. Успел, да, буквально за секунду до того, когда подъехал Тактасынов. Шайба в углу площадки находится. Борьба продолжается активная. Абдукаимов Дувасиков шайбу туда вытаскивает. Начинает набирать ход 45-й номер. Абдувасиков зашел в чужую. Мухаммад Али Бахадиров под ним играет. Скидка на Бахадирова как раз пошла. Бахадиров. Заброс за ворота последовал. Абдукаим Абдувасиков. Передача на синюю линию не проходит. Гордей Артюшин. Нет, не Артюшин, прошу прощения. Магомбет там был. Вывел шайбу из зоны. 3-1 атака. Супер перспективная. Прострел на пятак. Тут в свои ворота чуть не срезали шайбу ташкентцы. Как же опасно. Александр Ан, красавец, даже на это среагировать сумел. Халевин затащил шайбу в чужую. Халевин. Сержан успевает вернуться в оборону к этому моменту. И перехватывает снаряд. Прям вот с крюка у Богдана Халевина буквально снял. Марат Алиулы. Оставление на Ивановского. Иван. Шайбу контролирует у ближнего борта. Ивановский отыграл назад. Передача пошла на дальний борт. На подборе там оказывается первым Богдан Халевин. Халевин отыграл назад. Тут действует, похоже, что Дьюрбек Кусамбоев. На Ганиева отправляет шайбу. Мухаммад Дьюр. На дальний передача пошла. Попов. Передача от Ильина Слахидина. Азимова. Азимов. Центр отыграл. Мухаммад Дьюр Ганиев покатил в атаку. Оставление на Ермолова. Ермолов со входа в зону. Такой, да, бросок. Исключительно в надежде, там, что может вбрасывание у ворот организовать. Других вариантов я вообще не видел здесь. Слишком уж он был такой, да, да, не сильный, не очень точный. В общем, так, просто бросок ради броска. Назовем это так. Шайба в средний. Под контролем Салахидина Азимова снаряд оказывается после непродолжительной борьбы в средний. Передача на Ермолова проходит хорошая. Ермолов. Ермолов смещается на ближний борт. Дархан. Тот хотел, да, корпусом так Ермолова встретить. В итоге Ермолов сумел равновесие сохранить. Даже шайбу еще немножко поконтролировал. Но ненадолго. Ганиев
на Попова. Пас не проходит. Борьба у дальнего борта. Выиграна была ташкентцами. Салахидин Азимов на скорости заходит в чужую. Азимов! Из-под защитника мощный выстрел. Кирилл Денисов справился. Салахидин Азимов поехал навязывать борьбу в углу площадки. Азимов. Азимов. По борту поднимает на синюю линию. От синий бросок. Клюшка подставлена! Реагирует Денисов. Идеальное, на самом деле, получилось подставление. Четко в домик. И если бы голкипер там позицию менял, вполне возможно, что шайба бы в ворота влетела. Ергешев контролирует шайбу у ближнего борта. Передача на пятак пошла. Марат Алиулы. Шикарно! Рахматулаев не переигрывает. Она! Момент за моментом организуют команды. То одни в атаке, то другие. Просто скорости бешеные сегодня в игре. Обе команды прям хотят, я не знаю, победить. Ганиев бросает Мухамадийор. Шайба у Кирилла Денисова в ловушке. Ну что же, да, ташкентцы, для них сегодня вообще мотивация предельная. Несмотря на то, что на первое место они уже никак не выйдут, на протяжении всего сезона не могли они обыграть команду Торнадо. Просто ни в какую. Бились постоянно, да, все турниры находились на второй строчке, все вот, ну, все три тура, вернее, будет сказать. Если у нас это было на первом туре прям чистое второе место, 13 очков, на третьем месте Актоби 11. На втором туре было те же, нет, не те же, 12 очков было. Получается, делили они вторую строчку с хоккеистами Ястреба из города Уральск. Также на третьем туре ташкентцы заняли уже вообще, даже не третье, четвертое только лишь место по набранным очкам. Вот третий тур, да, не задался, мягко говоря, у ташкентцев. Но благодаря набранным в первых двух турах очкам смогли ребята здесь остаться на своем законном втором месте и иметь даже неплохое преимущество, я бы сказал. В общем, ташкентцы, да, ташкентцы нацелены на то, просто чтобы прервать эту серию поражений в матчах против команды Торнадо. Ни в какую не получается пока что, но ребята будут продолжать стараться, мы в этом можем быть уверены. Да, весь прошлый сезон команда Торнадо также обыгрывала ташкентцев, причем даже где-то очень разгромно. 1-4, например, был счет на первом туре в прошлом году, в сезоне 22-23, а у нас здесь удаление. Удаление, друзья, вот это да. Второй период провели ташкентцы без удалений, в третьем также все хорошо сделать не получилось. Тимур Камалов отправляется на скамейку штрафников за подножку. Осталось за командой Торнадо. Нужно закрепиться в зоне Шимкетом. Сейчас любой ценой. Просто не выпускать шайбу из зоны. А там оно само как-нибудь срастется. Ганиева впечатали в борт. Великолепная передача на пятак. Тактасынов не забивает. Ивановский. На пятак. Прострел. Тактасынову шайба пришла не под руку. Нужно на синюю поднимать. Маликов поливает. Александр Ан парирует. И Ермолов тут как будто поторопился. Да, не поднял голову Владислав. Было у него там... Очень-очень много времени, откровенно говоря, чтобы шайбу из зоны вывести. Ну, Ермолов прям так в торопях по борту ее отправил. Не стоило, конечно. Шайба ближнего борта. Под контролем команды. Ташкент Селект. Снова отправлен был снаряд к воротам Кирилла Денисова. Денисов тогда нервно поглядывает на табло. 12,5 минут до окончания матча. Еще примерно, около минуты, давайте назовем так, до выхода удаленного Тимура Камалова на лед. Мухамадийор Ганиев мощным броском отправляет шайбу на дальний. Там повреждение получает, по-моему, Арслан Эмагамбет. Либо же просто, да, Арслан... Есть ощущение, что Арслан просто устал после этого забега. Пытался он изо всех сил там не дать Ганиеву шайбу вывести из зоны, чего сделать по итогу ему не удалось. Снаряд. Под контролем команды Торнадо. Передача пошла на Эмагамбета. Пас не проходит. Салахидин Азимов. Отыграл назад. Хорошая передача. Ганиев. Контролирует снаряд Мухамадийор. Передача в среднюю от него. Тут пытаются отправить шайбочку вперед. По-моему, Мухамадамин Шахабедин. Пока не очень удачно. Перевод идет на ближний борт. Хорошая передача. Маликов под синюю дальше. Тут Харченко будет в зону заходить. Святослав! Какой выстрел, а? Выше ворот. Там буквально над перекладиной в нескольких сантиметрах шайба прошла. Тут еще и Абдукаим Абдувасиков цепляется. Маликов работает и корпусом, и ногами здесь. Шикарно. В углу площадки снаряд переходит под контроль Субханбердира Рахматулаева. Рахматулаев раскатился, увидел Харченко. Харченко на скорости заходит в чужую. Ганиев здесь против него действует. Ой, Рахматулаева потеряли! Субханберды! Какая позиция и какой нереализованный момент. В полном составе команда Ташкент Селект появляется на льду удаленный Тимур Камалов.
Шайба под контролем команды Торнадо. Мачула. Мачула на пятак. Нет, не на пятак, это была передача. Камалов что-то очень долго из штрафного бокса появлялся. Может, там Тимур уже вообще забылся об этом, да? Там, может, без шлема сидел, отдыхал. Передышку-то такую сделал себе. Ну, а здесь еще и перехват хороший. Протыкает Халевин шайбу дальше. Обгонит ли Маликова? Халевин, что творит Богдан? Не переигрывает он Кирилла Денисова. Великолепный момент организовал сейчас Богдан Халевин. Просто красавец. Да, одной рукой прокинул себе шайбу. Оставил Маликова, не удел. Но и только лишь Кирилл Денисов в этом эпизоде спасает команду Торнадо. Вбрасывание у ворот Шимкенцев. Звено Ермолова на льду. Против звена Тактасынова, если я все правильно понимаю. Вбрасывание за Тактасыновым осталось. Оставили шайбу Салахидину Азимову. Просто как это произошло? Я не верю. Просто вот, ну, на ровном месте. Реально шайба осталась для Салахидина Азимова. Тот выкатил и попробовал, да, и за ворот переиграть Денисова. Хотя как будто бы, если бы просто в касание Азимов бросил, шансов было бы куда побольше. Артюшин контролирует шайбу за воротами Гордей. Оставление хорошее на Тактасынова. Тактасынов не сумел из-за ворот выкатить. Ермолов поедет борьбу, навяжет сейчас. Артюшин, недолго думая, на Масальского. Масальский дальше на Ивановского. Ивановский. За ворота передача пошла. Там и Магомбет хорошую передачу находит на Тактасынова. Тактасынов покатил в атаку. Жесткий силовый прием от Ильи Попова. Проброс фиксирует арбитра в этом эпизоде. Вбрасывание отправляется к воротам команды Торнадо. Вбрасывание остается за командой Торнадо. Отправляется шайба на ближний борт. Снаряд под чьим контролем мы пока не видим. Под контролем ташкентцев. Перевод пошел на дальний. Хороший. Кусамбоев заброс в зону Дюрбека. Не получилось организовать. Дюрбек, Кусамбоев. Падение на ровном месте. Отрывается Тактасынов сразу. Тактасынов. Какой красавец. Что вытворил? Добивание. Тактасынов вколачивает шайбу в ворота. Это 2-0, друзья. Айдар Тактасынов. Браво. Браво. 87 номер. Просто. Сам все сделал здесь. Сделал. Просто соорудил сам момент для Ивана Ивановского. Ивановский своим моментом не воспользовался, так-то Тактасынов же тем же похвастаться не захотел. И свой момент использовал просто на ура. Давайте мы с вами посмотрим, как это все дело случилось. Подъехали парни к Денисову, да, тоже поблагодарили голкипера. Ну а вот, собственно, и наш с вами момент. Так-то Тактасынов ушел от всех, обманул всех. Попов, Азимов, Камалов, ну и на добивании сам же сыграл. Просто красавец. Под контролем команды Торнадо. Азамат. Дархан отправил шайбу на дальний. Там партнеры вывели шайбу из зоны по итогу. Ганиев. Заброс в чужую. Да, по-прежнему ничего не потеряно для ташкентцев. Но Кирилл Денисов проводит, я не знаю, какой-то шедевральный матч. Если он закончит этот год сухарем, будет, конечно, просто для него, я не знаю, подарок. Подарков всех. Так, у нас туда прозвучал свисток, не услышал этого игрок команды Торнадо. Ну а мы в это время пересмотрели, да, еще разок шайбу, заброшенную Даром Тактасыновым. Что там случилось у нас? Видимо, проброс был зафиксирован. Вбрасывание будет проведено в ташкентцев. Вбрасывание. Остается за командой Торнадо. Наброс на ворота пошел. Заблокирована была эта попытка. Наброс еще один. Александр ампарирует. Шайбу из зоны нужно ташкентцам выводить. Передача пошла в среднюю. Халевин продлил. Тут Бахадиров вместе с Абдувасиковым в зону будут заходить. Абдукаем играет через заброс в чужую. Денисов перед собой отбивает. Азамат Дархан. Передачу находит на Вилора Алексенцева. Алексенцев на Марат Алиулы. Обыгрались ребята. Снова Алексенцев с шайбой. Алексенцев в центр. Пас неточный. Шайба отправляется в среднюю зону. Тут Дархан будет первым. Дархан уже у собственных ворот шайбу подобрал. Азамат сместился за ворота. Дархан по борту. Передача на ближний пошла. Где там шайба? Под чьим контролем? Ганиев. Выбирается на снаряда Мухаммад Йор. Ганиев по борту. В среднюю выводит. Шайба оказалась у Алибека Сержана.
Мадали Бахадиров шайбу теряет. Марат Алиулы зашел в чужую. Марат Алиулы в центр. Неточная передача. Только Юмунду Васиков будет шайбу из зоны выводить. Бахадирова оставил. Мухаммад Али. Нет, это уже Илья Попов, кстати, на льду. Попов. Заходит в чужую. Оставление в никуда получилось от Ильи. Шайба отправляется здесь на Бахадирова. Подставлена клюшка на пятаке Халевиным. Снова Кирилл Денисов. Да что ж ты будешь с ним делать? Ну, я не знаю. Ташкентцы однозначно наиграли уже на эту шайбу. Хотя бы на одну-то в этой встрече точно. Но благодаря действиям Кирилла Денисова счет на табло по-прежнему, да. У команды Ташкент заброшенных шайб на табло 0. Насчет счета на табло как раз нужно написать нашему оператору. 2-0 у нас уже все давно. Команда Торнадо уже давным-давно вторую шайбу забросила. Шайба под контролем команды Торнадо в центр. Вывести Ергешев снаряд не сумел. Отправляется снаряд назад ташкентцами. Передача пошла на Камалова на ближний. Камалов смещается за ворота Тимур. Перевод пошел на партнера. Дальше передача от Хусамбоева на Попова. Похоже, Попов. Передача ошибается. Илья, но уже видно, что устали. Видно, что устали. Ребята, Ермолов заходит в чужую. Ермолов. Передача не проходит. Ергешев отправляет шайбу в среднюю. Снаряд под контролем Попова. Илья по борту на Ермолова отправляет шайбу. Ермолов за снаряд не зацепился. Передача пошла на ближний борт. На Харченко. Пас не проходит. Камалов. Наброс на ворот организовать не получилось. Маликов. Передача от Ибрагима на дальнюю. Мачула там. Мачула. Шайбу чуть было не потерял Владимир, но успел перевести обратно за ворота. Покатил атаку Тактасынов. Катит. Зашел в чужую. Тактасынов. Камалов его остановил. Где там шайба? Под чьим контролем? У Камалова снова снаряд. Передача в среднюю зону пошла. Дербек Нуридинов цепляется за снаряд. Нуридинов попадает под силовый прием от Арслана Имагамбета. На самом деле, тут толчок соперника клюшкой был в некотором роде. Но арбитр это немножко проигнорировал. Да, Тактасынов отыграл в центр. Неточная передача. Азимов, Салахидин отправляет шайбу назад. Передача хорошая. Тут же пас на Камалова. Проходит Камалов. Наброс на ворота. Вступает в игру голкипер. На подборе Аймагамбет оказывается первым. Арслан. Из-за ворот передача на дальний. Синяя линия не была перекрыта. Хусамбоев сыграл через заброс. Да, просто от синей линии фактически. Гордей Артюшин вывел на дальний борт. Тут же передача пошла в среднюю. Хорошая. Тактасынов продлевает. Аймагамбет до шайбы добраться просто не успел. Передача от Хусамбоева на ближний. Камалов здесь. До шайбы добирается Тимур. Покатил в атаку. Камалов. Камалов, где там шайба? Уже за воротами Денисов. Жураев первый, Камранбек. Ушел от силового приема. Ищет варианты для передачи. Борьба в углу площадки продолжается. Где там снаряд? По чьим контролем? Шахабедин забирает снаряд в себе. Шахабедин на пятак. Пас не проходит. Борьба продолжается за воротами. Аймагамбет попадает под силовый прием. Тем не менее, успел довести шайбу до Ивановского. Иван за ворота решил раскатиться. 15 номер. Ивановский на хорошей скорости будет в чужую заходить. Ивановский. Пауза. Театральная такая. Прострел на пятак тут же от Ивана. А вот тут Артюшин накатился. Гордей. Совсем уж мимо бросил пятый номер. Передача пошла в среднюю. Не проходит пас. Сержант зацепился за шайбу. Бросил по воротам надежды на добивание. Ведь добивание произошло. Но это было такое, да, добивание, конечно. Скорее, чтобы опять сержант отправлял шайбу в ворота. Тот не был готов, естественно. Да, зашел Нуридинов в чужую, на Дербек. С неудобной в дальний бросил. Не попадает шайба в створ. На подборе первым оказывается на синей линии. По-моему, Дербек Хусамбоев забросил шайбу за ворота. На подборе первыми оказываются ташкентцы. Пас на синюю линию не проходит. Продолжается. Отправлять кружку в шайбу по борту. На сержана. Сержант просто выводит шайбу в среднюю. А тут, видишь, еще и зацепился. Марат Алиулы. Марат Алиулы. Прострел на Алексенцева не прошел. Раскатиться можно Бехрузу Бахадирову. Передача отправляется в среднюю. Бахадиров на шайбе добирается первым. Бехруз. Заброс в чужую. На подборе оказывается первым Богдан Орел. Орел. Передача отправляет на Рахматулаева. Субханберды. На шайбе не добирается. Снаряд под контролем Ильи Попов. Попов. Покатил в атаку. Попов. Неплохо. Смещается здесь на ближний борт. Салахидин Азимов. Азимов за ворота переправил. На подборе Харченко. Харченко. Шайбу теряет. Снаряд под контролем команды Торнадо. Перевод на ближний борт пошел.
Азимова. Под контролем Салахидина Азимова. Азимов оставил Попову. Илья перевел на дальний. Дербек Хусамбоев зашел в чужую. Хусамбоев в центр. Азимов на Ермолова. Ермолов бросил. И Кирилл Денисов снаряд на пятаке накрывает, друзья. А, вот тут, да, вопрос у нас в чате. Покажут ли тут награждение? Так, ну, вероятнее всего, да. Опять же, зависит не от меня, зависит больше от оператора. Если оператор продолжит, да, съемку на награждении, я просто, да, оставлю вам картинку и просто, да, буду вместе с вами за этим самым награждением наблюдать. Потому что, ну, комментировать там объективно нечего. Будут говорить там официальные представители Федерации хоккея Казахстана, например. Ну, в общем, явно будет кому сказать, помимо меня, тут уж поверьте. Но у нас тем временем тайм-аут. Тайм-аут от одной из команд, и рискнем предположить, что тайм-аут от команды Ташкент Селект, друзья. Нет, тайм-аут от команды Торнадо, кстати говоря, видимо. Больше на отдых, да, рискнем предположить. Что же, друзья. Вбрасывание у нас будет проведено у ворот команды Торнадо. Ермолов на точке против Рахматуллаева. Вбрасывание за Суханберды остается. Маликов перевел за ворота на Мачулу. Мачула вывел шайбу в среднюю. Шайба у ближнего борта. Чем контроля мы пока не видим. Тут уже народу, да, капец на трибунах, конечно. Я прям вообще, я сильно удивлен этим фактом. Все больше и больше, да, люди продолжают прибывать. Попов. Синяя линия перекрыл. Заброс в угол площадки не получилось организовать. Салахидин Азимов в средней шайбу контролирует. Азимов. Развернулся, раскатился. Азимов. Передачу отправляет на Ермолова. Ермолов. Ермолов в дальний. Бросает по воротам. Справляется голкипер. Шайбу дальнего борта под контролем команды Торнадо. Ташкент Селект. Хусамбоев забросил шайбу в угол. Оттуда ее вывели шимкенцы в среднюю. Попов. Не стал ли я пока в чужую заходить. Попов. Отправляет шайбу на дальний. Хорошая передача. Шайба под контролем Мухаматиора Ганиева. Ганиев. Последние 2 минуты третьего периода, друзья, берут свой обратный отчет. Времени все меньше и меньше. Ну и, судя по всему, Торнадо уже эту игру не проиграет. Есть у меня такое ощущение. Сейчас, да, разве что на рекорд Ергешева попробует там как-то поработать еще, да? Ой, на рекорд, господи, на рекорд. Ё-моё. В общем, на бомбардирскую гонку. Назовем это так, да, поработать на Максима Ергешева. Попробовать еще ему очков подзаработать. Но здесь уже, скорее всего, все. Да, как бы тут ни старался Максим Ергешев набрать, да даже 3 очка набрать за 2 минуты невозможно. Просто невозможно. Это должны все это время сейчас ташкентцы с пустыми воротами играть. И то не факт, что столько им дадут забить. Артюшин. Наброс на ворота не получилось организовать. Ой, какой жесткий силовой прием у ближнего борта. Что думает по этому поводу арбитра? Будет ли удаление? Я так понимаю, что не будет. Магомбет до шайбы добирается первым. Перевел на дальний. Ивановская Магомбет увернула. И Магомбет. Бросок по воротам не получилось нанести. Мухаммад Али Бахадирова сносят. Отправляется в атаку Богдан Халевин. Халевин зашел в чужую. Доброска дело Богдана довести не дали. Минута и 15 секунд, друзья, до окончания матча. Но время просто тикает, тикает неумолимо. Масальский отправляет шайбу на ближний. Мухаммад Али Бахадиров первый. Бахадиров. Здесь с двух сторон просто в коробочку Мухаммад Али взяли. Досталось ему там. Но опять же все в рамках правил. Заброс в зону от Ниязова не получился. Положение вне игры фиксирует линейный арбитр. Вбрасывание будет проведено в средней зоне. Так, судя по всему, положение вне игры было зафиксировано по ошибке.
Так, кстати, да, друзья, сразу, вот, пока у нас тайм-аут, как раз есть немножко времени. Попросил я оператора, вернее, как попросил, уточнил, у него будет ли показано награждение. Он подтвердил, что награждение будет, поэтому просто, да, после матча мы с вами посмотрим на лучших игроков. Попрощаемся с вами, попрощаемся с командами, после чего я просто, да, оставлю трансляцию, оставлю картинку с арены, выключу. Все, я уже тоже плыву под конец этого турнира, бывает такое. В общем, выкручу я на максимум вам звук, чтобы вы слышали там все речи, которые говорят на арене. Надеюсь, что там будет хоть что-то слышно, потому что обычно непонятно примерно ни слова. Ну да ладно. В общем, будем как-нибудь, да, разбираться, но, да, комментировать там я смысла ничего не вижу. Ну, просто, да, а вот сейчас будет говорить там, я не знаю, такой-то. Ну, смысл нету никакого, я думаю, поэтому они сами за себя представятся или их представят на арене, поэтому тут без меня как-нибудь. Вбрасывание в центре. Одно из последних вбрасываний в нашем матче, друзья. Рахматуллаев точку выиграл. Шайба под контролем Маликова. Перевод на дальний борт. Маликов. Да как будто уже не хотят шимкенца атаковать. Все, они хотят закрыться в обороне на ближайшие 50 секунд. В идеале еще бы сухарь, да, заработать Кириллу Денисову. И вообще все, я не знаю. Год, можно сказать, удался. Шайба под контролем команды Ташкент Селект. Передача отправляется на Ермолова. Ермолов. Снаряд потерян был. Передача пошла назад от шимкенцев. Перевод на Маликова. Маликов. Отправляет шайбу под синюю линию. Тут Харченко. Зашел Святослав в чужую. Падение от него. Но задачу свою Харченко выполнил. Он выиграл время. Он выиграл время, чтобы не пропустить тут больше уже ни единой шайбы. Ни единой шайбы не пропустили сегодня шимкенцы. Это прекрасный результат. А тут ошибка уже. Все, поплыли. Поплыли ташкентцы. Но Харченко не переигрывает Александра Ана. Последнее спасение на этом турнире. И мы теперь уже официально поздравляем команду Торнадо. И я не знаю, парни, браво, шикарный сезон, ребята большие молодцы. Мы их с этим можем только поздравить. Команде Ташкент Селект мы также говорим большое спасибо за эту игру, за весь сезон в целом. Ребята тоже абсолютно заслуженно заняли свою вторую строчку в турнирке. Поздравляем ребят, поздравляем всех, да, болельщиков там, команд болельщиков, персональных кого-то из команд. Ну и желаем, да, конечно же, продуктивной работы ребятам на тренировках до конца этого сезона. Ну, как, сезон-то кончился именно официально-то в плане игр. Но при этом впереди еще тренировки, я думаю. Также желаем мы ребятам хорошей дороги домой. Это, ну, естественно, только к ташкентцам относится. Ну, а команде-то надо хорошо отпраздновать чемпионство. Ну что же, друзья, у меня на этом, в этой трансляции, в этом году, на этом турнире все. Спасибо всем, кто провел все эти матчи, все эти туры вместе с нами на канале «Шестой полевой». Так, Александра, кстати говоря, лучший игрок в составе команды «Ташкент Селект». Я прослушал потом команду «Торнадо». Но, видимо, разберемся. Нет, Кирилл Денисов. Ну, абсолютно заслуженно, друзья. И я здесь не могу не согласиться с организаторами. Ну что же, друзья, вот теперь уже на этом у меня точно все. Я был, правда, очень рад провести этот сезон вместе с этой группой возрастной. Ребята показывали классный, интересный боевой хоккей, за что им огромное спасибо. Ну а для вас на протяжении всего сезона работали ваши комментаторы Андрей Самойлов и Евгений Самойлов. До скорых, друзья, встреч в эфире. Пока-пока.
Thank you.
Отличную работу.
Рахмет, келесі кезеңде жеке марапаттау рәсіміне өтеміз. 2023-2024 маусымның үздік сүрмеген марапаттаушы Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Сәрсен Абайұлы Құранбекке беріледі. Шайбалы хоккейден 2008 жылы туылған жасөспірімдер арасындағы Федерация кубогына арналған республикалық турнирдің үздік сүрмергені Кондратий Никита Бейбарыс командасы. Қошеметтеріңіз.
Және де жеке марапаттау бойынша тағы бір марапатымыз бар. Үздік шабуылшы Еркешев Максим. Шымкент қаласының тұрғындары. Дүбірлі Шымкент қаласында
Мусоев Узайтында екінің сегізінші жылғы балдар арасында бүгін генерациясының жарысы өткен болады. Әрине, кезгерген спортта жеңімпаз болады және жеңімпен команда болады. Жеңіп қалған командаларға, қошты сенден келген командаларға сәттілік жеймін. Сіздердің Шымкент қаласына келіп, осы біздің Шымкент қаласының хоккейшілерімен өнер көрсеткеніңізге шын жүректен алғыс білдіре отырып, баршаларыңызға денсаулық тілеймін. Болашақ спортсмендеріміз тек қана осы Қазақстан деңгейінде емес, әлемдік деңгейде өнер көрсететініне кәміл сенем. Баршаларыңызға рахмет. Осы жарысымызды жақын Қазақстан Республикасының әнұраны. Joy and I turned back.